Лидера незарегистрированной партии «Алга» Владимира Козлова перевели в одну из колоний Алматинской области. До этого оппозиционер полтора года отсидел в Петропавловской тюрьме. К 7,5 годам лишения свободы его приговорили в отместку за помощь бастующим нефтяникам Жанаузена, обвинив в разжигании социальной розни. Уголовный кодекс Казахстана уникален. Статья 164 только тут считается политической. Ни в одном цивилизованном государстве подобной попросту нет. Запросы на перевод Владимир Иванович писал несколько раз, но всегда получал отказ. На такое снисхождение уже никто и не надеялся. Накануне политзаключенный вновь обратился с аналогичной просьбой. Пришел до боли знакомый ответ – мест нет. Но спустя день для Козлова все-таки нашлись нары. Любые действия наших властей – это, конечно, уступка, это, конечно, договоренность. Да, просто так они ничего не делают. То есть мы со своей стороны, то есть Казахстан со своей стороны, допустим, там, перевод в колонии поселения. Слышали, да, что жанаузенцев перевели в колонии поселения. Нас вот перевели под Алмату. Это, конечно, такое, это мое, конечно, мнение, что это был какой-то некий торг. Мы сделаем так, а вы, в свою очередь, ну, там, сделаете что-то. Опять-таки по резолюции. Резолюция Европейского парламента от 13 марта в очередной раз доказала, Казахстан абсолютно не соответствует мировым стандартам в соблюдении прав человека. Причем в этом году положение диктаторского государства в этом вопросе только ухудшилось. Между тем Ельбасы собрался в Гаагу. Для него по сей день маячит надежда сделать республику респектабельной, разместив на ее территории банк ядерного топлива. Это политический и имиджевый проект, который покажет всему миру, что Назарбаев способен обеспечить безопасное хранение чужого материала. И поэтому, чтобы получить поддержку в этом вопросе, лидеру нации требовалось выглядеть кристально чистым. А тут оппозиционер Козлов в очередной раз подал прошение о переводе в другую тюрьму. К чему отказывать аккурат перед поездкой в Гаагу? Все лидеры постсоветских стран очень имеют болевые точки в плане критики со стороны международных организаций. И учитывая, что господин Назарбаев поехал на Гаагу, и, наверное, он не захотел услышать вопросы о политических заключенных, тем более Европарламент постоянно поднимает условия содержания господина Козлова, он, видно, решил сделать жест, маленький жест о переводе его по месту жительства. Колония под Алматой кардинально отличается от той, где Владимир Козлов уже провел полтора года. Она своего рода образцово-показательная. Находится рядом с южной столицей, и иностранных гостей на экскурсию водят именно туда. Но любая тюрьма все равно остается местом лишения свободы. Поэтому соратники Козлова не спешат называть смену дислокации оппозиционера победой над режимом. В нашей стране настоящий патриот его дорога неизбежно приводит в тюрьму. Это вот диктаторская страна, вот это неминуемый закон, это да, я об этом говорил давно, это так оно и есть, получается. И каждого человека, который попадает вот под арест даже, я вот обязательно поздравляю, я обязательно обнимаю его, обязательно говорю теплые слова, потому что для меня, как бы на сегодняшний день, это как бы признак того, что ты перешел какую-то грань, и на самом деле я тебя могу считать таковым. Патриотом. Сейчас Владимир Козлов находится в карантинной зоне. Через пару недель его навестит супруга Алия с маленьким сыном Аленом. Для них это настоящий праздник, ведь дома любимый муж и отец появятся не раньше, чем через 6 лет. Если, конечно, Назарбаев не помилует его перед утверждением очередного невероятного проекта.